Какой ежегодный объем взяток по всему миру? В каком году был принят закон против коррупции и какие основные методы борьбы с ней? На эти и другие вопросы отвечали студенты Казанского федерального университета на ежегодной интеллектуальной игре «Антикоррупционный биатлон». Мы формируем антикоррупционное сознание и поведение у студентов не только наших институтов, но и всего университета. То есть мы занимаемся профилактикой коррупции, чтобы, собственно, у студентов не возникло желания решить какие-либо вопросы коррупционным способом. На первом этапе студентам прочитали лекции о правовых основах антикоррупционной деятельности в России и Татарстане, по итогам которых 9 команд приступили к игре. То есть там не только чисто знание нормативных документов по противодействию коррупции, но и, собственно, допустим, различные факты о борьбе с коррупцией в разных государствах. Они бывают довольно интересные, любопытные и не столь однозначные. Диана Желенгова, Фарид Захитоглы, Универньюз.